Считанные дни отделяют абитуриентов от момента, когда им предстоит окончательно определиться с профессией и подать документы в выбранный вуз. Брестский государственный технический университет у абитуриентов в авторитете, и в этом году в связи с расширением перечня предлагаемых специальностей, желающих получить студенческий билет здесь будет еще больше. Увеличивая количество предлагаемых профессий, в вузе не забывают о совершенствовании системы проведения вступительной кампании. В этом году опробуют новую форму – подача документов посредством личного кабинета на сайте университета. Путь к регистрации очень простой. Абитуриент указывает свой имейл, ему на имейл приходит ссылка, и дальше он рекомендации все выполняет, которые ему приходят на почту. Чем хорош личный кабинет? В личном кабинете абитуриент спокойно, в домашней обстановке, может ввести всю информацию, необходимую для заполнения заявления о себе, о документах об образовании. Достаточно простая навигация позволяет быстро и безошибочно заполнить все необходимые формы. Система призвана не только минимизировать очереди при подаче документов. Посредством личного кабинета можно будет следить за датами внутривузовских вступительных испытаний, получать уведомления об организационных собраниях. Протестировать нововведение уже можно, не выходя из дома. Система адаптирована в том числе и для смартфонов. Здесь же, на сайте, можно совершить и виртуальную экскурсию по университету. Вперед, вот красные стрелочки, это такие помощники-навигаторы. Вот, мы зашли в главный корпус, такое узнаваемое всеми нашими абитуриентами и студентами место. И дальше можно по лестнице мы пришли в какую-то аудиторию. Напомним, старт вступительной кампании в нашей стране уже в субботу. Подать документы можно до 31 июля.